Вітаю, це тема дня в студії Катерина Лисюк. А тема нашого сьогоднішнього ефіру – значення символів у розвитку Миколаєва. Що значить бренд для розвитку міста? Та чи зможе новий логотип сприяти розвитку Миколаєва? Про це сьогодні запитаємо у наших сьогоднішніх гостей. Співзасновників громадської організації «Мрії дій» Євген Клімов та Роман Сіденко. Вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете зателефонувати нам за номером телефону 76-92-33 та поставити свої запитання нашим гостям. І пропоную розпочати з відеоматеріалу. 9 вересня в одному з кінотеатрів міста учасники інтерактивної платформи «Мрій дій» презентували альтернативний логотип міста Миколаєва. Докладніше у відеоматеріалі Олександра Гордієнка. Над логотипом працювали дизайнери з Івано-Франківщини. В залі одного з кінотеатрів міста демонструють презентаційний ролик. Тут наведені приклади, де можна принтити лого. Смотрели фишки города, что у нас пользуется. Дивились фішки міста, що в нас популярне. Яка тенденція? Логотип базується на нашій водній інфраструктурі. Ось взяли за основу цю інфраструктуру і сьогодні на презентації покажемо декілька планів логотипу. Тому що вони відрізняються. Ось він один, але у різних обробках. Я вважаю, що гарна і кольорова гама, і ідея, і реалізація. А ця кольорова гама, вона, як пишується, як і наші закати миколаївські, які дуже схожі таким кольором, так і насправді схід сонця, який повинен статися нарешті з Миколаєвом. Тож все клас. Отже, чому виникла ідея створення от такого от альтернативного логотипу міста Миколаєва? Прошу. Для начала дело наверняка в том, что его просто-напросто не было. И все просто. Ну, офіційний логотип в нас є, начебто. Ви маєте в виду герб? Окрім гербу. Ну, как бы да, есть, но тем не менее это немножко другое. То, что мы в данный момент разработали совместно с Ивано-Франковской компанией Брендери, это современный бренд. Это полноценный брендбук, то есть это не просто логотип, это не просто какой-то конкретный знак, а это конкретно, это брендбук, это целый свод, это книжка, в которой, грубо говоря, описаны все стандарты, где, как и в каком формате можно использовать данный логотип. Я зрозуміла. А взагалі, наскільки складно було вибрати виконавців, хто буде робити саме цей бренд? І взагалі, наскільки розвинений ринок в Україні саме цієї? Ну, на самом деле, весьма сложно. Почему? Потому что нужно было учитывать такие нюансы, как узнаваемость ребят. Да? То есть компания, которая бы проводила эту работу, не может быть просто с улицы, как минимум, потому что вот жители города, да, они могут не принять, потому что скажут, это какой-то Вася, мы его не знаем. Кто это? Задекларируйте вообще, откуда они взялись. Должен быть какой-то вот бэкграунд, какая-то история, какой-то работы. И, в принципе, вариантов на первых этапах было довольно-таки много. Но, опять же, есть самые именитые топовые компании, которые просто даже по ценнику своей работы, возможно, ну, были неподъемные для, ну, наверное, не только город, вот если бы он захотел сам это финансировать, скорее всего, они бы могли поднять ценники. Но цель-то была не просто, давайте возьмем и наймем просто самых дорогих, для того, чтобы вот получить максимально какой-то хороший результат. На самом деле это не всегда работает так. У ребят был хороший вот у Ивано-Франковских ребят, мы в процессе поиска увидели, что те работы, которые они уже производили, в том числе вот логотип Франковска, который, ну, там, не совсем захотели его принимать власти, но тем не менее он народу зашел, бизнес им пользуется, людям он нравится. И самое главное вот при разработке логотипа – это как раз внедрение его в жизнь, потому что попытки-то до этого уже были.
Правильно? Все поэтому, так. Да, самое важное, чтобы он жил, работал, он нравился людям. Ребята вот франковские пошли навстречу, они предложили более лояльные условия, они не единожды приезжали, они изучали вот то, что здесь происходило. Поэтому были предложения местные, тоже вот местные. До речи, что до місцевих. Ну, вже не думаю, було. Были, но даже как потом, по факту уже вот, после представленных вариантов уже общались в кругу специалистов профильных. Очень многие говорят, что вот сделать то, что было сделано, не самый легкий вариант. Почему? Потому что вот буква М сама по себе, по своей специфике, очень сложно сделать так, чтобы она не напоминала вот мужской туалет или там метро, продвинутую какую-то его версию. Або ты Макдональдс. Или же, да, или же. Вот. То есть я думаю, что... Все уже, наверное, наблюдали, да, народное творчество по поводу так. того, что... Поэтому были и местные, но когда предложили, давайте включайтесь, не все, кто-то сказал, да, мы можем, но по факту включиться в работу был не готов. А франковские ребята были на все 100 заряжены, им очень понравилась идея. После первого приезда сюда они зарядились, они увидели, что вот есть чем работать. Но, на наш взгляд, этот выбор был все-таки самым оптимальным, вот именно с брендерями. Вот, к слову, если брать, например, логотип Одесского аэропорта, то он обошелся 84 тысячи евро. Делал его Федорев, это киевляне, то есть, ну, киевская студия дизайна, весьма знаменитая, ну и как бы дорогие, соответственно. Ну так. То есть у нас, мы потратили на данный, разработку данного брендбука 120 тысяч гривен. То есть полностью город никакого, ни копейки на это из бюджета не было потрачено. Это вот только нашими усилиями, наш внутренний бюджет МРИДИ, то есть сообщество предпринимателей, которое проинвестировало данную тему. Тобто влада взагалі гроші на це не давала. Виключно ваша організація, ваша платформа повністю заплатила за цей бренд, цей альтернативний бренд. З першої до останньої копеечки, да. Тобто зі сторони влади, єдина благодарність за те, що з першого приходу, як ми прийшли і сказали, що от у нас родилась така ідея, ми от зустріли і розуміння, і в тому числі, коли вже були якісь наработки перші, то влада в лице там, мера і профільних, і замів, і... руководителя там, культуры, все, в принципе, встретили это очень положительно. Все и поддержали включились, нас, да. Помогали, давайте вот здесь поменяем, давайте немножко здесь вот что-то... У мэра, кстати, да. Были свои наброски, свои идеи, он нам тоже показывал их, делился ими, ну, весьма интересно. Тобто, що, до речі, щодо нарисів, тобто хлопці з компанії з Івано-Франківська, вона повністю розробляла, вони приїздили сюди, вони гуляли містом, чи як це взагалі відбувається? Вплоть до того, що проводили навіть небольшой соцопрос. Вони приїжджали сюди, ходили по вулицям міста, вони общались з людьми, тобто вони навіть розказували, у них були там забавні ситуації, коли вони їхали сюди в поїзді і знайомилися тут же, ну, з ніколаївцями, які їхали сюди. И те им тоже рассказывали какие-то увлекательные истории по поводу города. Не всегда, конечно, они были веселыми, но, тем не менее, это помогло им сформировать вот такой некий образ, который они как бы и воспроизвели в этом брендбуке. Я зрозуміла. Таке запитання. Ви кажете, що варіацій було багато, і навіть міський голова пропонував свій варіант бренду міста, такого альтернативного логотипу міста. Чому зупинилися, як зупинилися саме на такому? Тобто буква М – це як дві яхти? Два паруса і плюс, да. Вот. Тобто ребята аргументували це вот як раз... Уже было озвучено, я думаю, что ну, те, кто, кому интересно, они уже все видели это. То есть это два паруса, которые наполнены ветром, которые идут вперед, вот, в противовес всему тому, что у нас присутствовало до этого. Да, то есть то, что нас якорило, тормозило, держало на месте, иногда тянуло на дно. То есть с точки зрения там, смыслов, посылов и где-то там геральдики какой-то. Ну, то есть посыл именно на движение вперед. Причем движение на волне, и не в первую очередь даже не на волне воды как таковой, а вот на волне вот в переносном смысле, да. То есть все-таки это больше игра слов в плане того, что это все-таки волна движения вперед в будущее. И мы в это искренне верим, между прочим. Мы и все участники МРИДИ максимально прикладываем к этому усилий, и я уверен абсолютно, что все сейчас гордятся все-таки этим брендом, который мы сделали. Опять же, это только начало, наша организация существует относительно недавно, то есть нам чуть больше, чем полгода,
Но на данный момент это такой достаточно яркий проект. Естественно, мы не намерены на этом останавливаться. Мы сейчас будем стараться максимально популяризировать его. Будет полноценный фан-шоп. У всех людей будет возможность приобрести абсолютно любую вещь с символикой нашего города. Ну, в целом так. Ну, на самом деле, вот по прошествии практически 2 месяцев работы ребята приехали еще раз. Они презентовали несколько вариантов. Угу. То есть было несколько... цены остаточный вариант. Это уже был выбор. Было представлено, ну, предварительно там было очень много вариантов. Мы отсеяли те варианты, которые меньше нравились. Мы в том числе, включая опять же и мэра, это все представлялось, ну, технологическим образом. Сейчас, вы же понимаете, очень легко это все делается. Поэтому отобрали 3 ключевых, которые вот больше нравились. С этим ребята уже приехали. И уже из этих 3 по финалу, вот таким, скажем, закрытым голосованием, да, там несколько сот людей, это все вот было выбрано. Кілька сот людей. Це хто саме були ці люди? Ну, у нас на даний момент в організації, включаю, ну, вот, считаю учасників і попечителей, большой бізнес, ну, скажем, 100 людей. І плюс, вот, я ж говорю, власть, представители разных департаментов, вони предварительно это видели. Тобто міська влада не давала на це кошти. Ви виключно своїми коштами це робили, але вона також брала участь у виборі самоосточного ну, дело в тому, що вони ж повинні були його прийняти. Тобто, ну, як уже Роман говорив до цього, ми там могли розробити все, що угодно, огромне кількість разів. Але якщо б вони не прийняли це, то толку було б совершенно не. Ну, як би, смотрите, в Івано-Франковську, несмотря на те, що городська власть вона не прийняла цей логотип, тим не менше він використовується. От ми неділю назад там були. Ми їздили. Тоже встречались с ребятами, там еще другие у нас были встречи, но суть в том, что по городу довольно часто мы встречали логотип, который они разработали. У нас же здесь ситуация другая, вот то, о чем мы говорили, что мы сразу получили поддержку. Как только инициатива от нас, естественно, пошла по поводу создания данного брендбука, от мэра мы сразу получили поддержку в данном направлении, как бы он просто поделился своими какими-то наработками, то есть у него не то, чтобы он нам говорил, вот у меня есть какая-то своя версия логотипа, давайте мы будем ее использовать. Он просто показал, что вот у меня были такие идеи, можете их в дальнейшем использовать, как бы, если хотите. Авторские права не поставлю, так? Нет. Я зрозуміла. До речі, щодо того, що існує ваша організація лише тільки півроку, і це такий масштабний проєкт. Для чого формувалась взагалі платформа «Мрій дій»? Чи це відповідає меті вашого проєкту? От, створення логотипу і брендбукінгу такого? Звісно, так. Воно, мені здається, в прямому сенсі відповідає цілям. Чому? Тому що ізначальна ціль, яку ставили люди, які збиралися вот в бізнес-клубі, да, можно сказать, вот в громадской организации, да, в общественной мрии, мы собрались для того, чтобы улучшать свой город. Потому что здесь у всех бизнес, у всех здесь живут семьи, мы не откуда-то, мы родились здесь, живем, кто-то приехал, это супер просто, когда люди приезжают, они наоборот уезжают. И поставлена цель первая и самая основная, это именно развитие своего города. Потому что чем больше город развивается, чем комфортнее здесь жить, тем лучше здесь живет бизнес. Собственно, получается такой большой снежный ком, который приводит к тому, что наш же бизнес живет лучше просто за счет того, что вот каждый кусочек нашего города становится лучше. Ну, за счет этого растет инвестиционная привлекательность города, ну и, соответственно, стоимость недвижимости, бизнеса, чего бы то ни было, пропорционально растет аналогично точно так же. Ну и как бы всем надоело просто ждать чего-то. Понимаете, просто сидеть и критиковать, и рассказывать о том, что вот как все плохо, это, конечно, ну, довольно легко. И многие люди, к сожалению, так делают. Ну, мы решили, что мы будем действительно пытаться, и не то чтобы пытаться, а реализовывать как бы здесь проекты и постепенно, шаг за шагом, делать что-то хорошее. Причем, кстати, это очень сильно заряжает всех. Вот в данный момент все очень замотивированы, все так довольны, что этот логотип так зашел. Да, был в интернете, там, ну, была грязь определенная, скажем так, там люди высказывались по поводу там цветов и так далее. Но, не сподобались кольори? Да, там по поводу розового цвета. Дело в том, что за день до официальной презентации кто-то слил, ну, грубо говоря, набросок нашего логотипа, то есть там была основная эмблема, но она была использована совершенно другими цветами, то есть полностью там на розовом фоне, за добавлением какого-то зеленого. У нас таких цветов нет, ну и, в общем, люди подняли там бучу по поводу того, что вот розовый цвет, как это так, там начали туда приписывать сексуальных меньшинств, ну и так далее.
А коли вже побачили? Ну, знаете, те же люди, они продолжили там писать все то же самое. То есть кому-то понравилось, кому-то нет. Но исходя из вот такой нашей аналитики, где-то 70 на 30. То есть 70% уже людей... Уже даже 80 это... на 20. Да, наверное, даже есть, так. Преимущественное большинство людей они поддержали. И опять же, можно видеть по Фейсбуку, да, как перекрашивается Фейсбук. Очень видно, рамочки стоят, народу зашло, народ на волне, вот... В Фейсбуке можно добавить рамочку с логотипом просто себе на аватарку, да. И многие люди поддержали эту тему и начали добавлять. Ну, а сам логотип, опять же, если вот мы коснулись, да, он четко ложится вот в канву того, что мы декларируем развитие города, да. Потому что герб, гимн и логотип, который существовал до этого всегда, ну, его не знают нигде от слова совсем. То есть кого не спросишь, ты катаешься по Украине, да, по работе, у нас... Опять же, бизнес-сообщество, поэтому народ путешествует просто абсолютно из одного края страны в другой. И визуально Николаев не знают. Абсолютно. То есть все, что про нас знают, ну, вы, я думаю, сами можете представить. У нас есть то-то-то, но хорошего услышать очень сложно. И тем более визуально нас не воспринимают. Когда же уже ребята представили вот этот логотип, и даже в первоначальном представлении, в сравнении с логотипами тех же Одессы, Львова, Днепра, в которые было вложено очень много денег и времени, и в имплементацию, да, вот, во внедрение его в городскую жизнь, наш как минимум не проигрывает, а многие говорят, что даже выигрывает. Конкурирует 100%. Как минимум он... наравне. Но, тем не менее, эти яркие цвета, вот, ну, на такое общее есть мнение, что раз это вызвало такой резонанс, значит, мы как раз-таки попали в точку. Потому что, если вы обратите внимание, вот у нас есть эти розовые полосы, которые символизируют у нас там прекрасные закаты в нашем городе, все это знают. Рассветы, вот, да. Да, малиновые такие закаты и рассветы. То если даже мы уберем эмблему и оставим только сами вот эти вот розовые линии на синем фоне, уже будет понятно, о чем идет речь и что... И звідки це взагалі. Да, да. До речі, ви говорили про розвиток економіки, розвиток міста, саме завдяки бренду такому. А щодо туризму, як це допоможе все ж таки підняти рівень туризму і впізнаваності нашого міста? Ну, якщо можна, да, це знову ж такий сніжний ком. Да? Чоловік приїжджає перший раз в Миколаїв, можливо, случайно, можливо, по ділам. І дуже часто, ну, от, по крайней мере, сталкиваюсь с тем, что человеку физически нечего с собой увести в память о Николаеве. То есть максимум, что он может сделать, пойти на Соборный, вы знаете, в каком месте, взять там сувенирчики, ну, абсолютно ничего плохого там нет, но они уже немножко отстали от того, что просит потребитель, да, то есть ракушечки, все хорошо, это отлично, и хендмейд, это тоже замечательно, но нет чего-то того, чтобы конкретно идентифицировало нас. То есть человек приедет с вот этим сувениром, будь то кружечка, тарелочка, опять же, то, что есть у всех городов мира. Узнаваемый бренд несет как раз с собой вот этот посыл. Вероятность того, что человек второй раз вернется в Николаев после того, когда он уедет отсюда с чем-то, немножко возрастает. Соответственно, он вернется, снова же потратит здесь деньги, к примеру, да, это все влияет на бизнес положительным образом. И опять же, не в последнюю очередь, это и хороший имидж в плане того, что он приехал, он нашел что-то приятное, у него остались приятные воспоминания, он их привез домой, он рассказал семье, может, что-то хорошее вот в плане качественную продукцию тоже он привез, оставил своей семье и, возможно, в следующий раз уже прям с семьей вернется. Потому что на самом-то деле мы знаем, посмотреть у нас есть что, но этим нужно заниматься. Да, потенциал огромный. Ну, это все будет наслаиваться. Ну, от, скажем, тобто з цього потрібно починати. Да, это, знаете, если воспринимать вот город как некое, ну, как предприятие, скажем, вот как бизнес, допустим, как функционирующий уже бизнес, но в котором банально нету просто бренда, нет логотипа, то есть мы решили начать с этого. Мы решили разработать, ну, как не то, чтобы мы решили с этого начать, мы на данный момент уже реализовали определенное количество относительно небольших проектов. Допустим, мы восстановили полностью баскетбольную площадку в Манганариевском сквере на Садовой, который находится. Между прочим, это, как оказалось, первая в Украине стритбольная арт-площадка. То есть весьма вот постоянно, когда проезжаем где-либо мимо, я вижу, там люди даже в 12 часов ночи играют в баскетбол. Ну, на самом деле это приятно.
До этого долгое время она просто пустовала, так как там не было ни сеток, ни колец, абсолютно ничего. Ну, то есть мы восстановили ее тоже, я не помню точный бюджет, но там в районе 100 тысяч гривен мы тоже потратили на восстановление данной площадки. Вот сейчас как бы бренд, ну и дальше мы будем постепенно наслаивать. То есть дальше больше у нас сейчас есть ряд интересных проектов, ну как бы мы пока о них не говорим, да, но тем не менее они есть. И знаете, потенциал города на самом деле, он ну огромный, вот действительно огромный. Когда люди приезжают в Николаев, о чем они говорят? Что здесь есть зоопарк. Ну, как бы это все знают, он у нас назван там, лучшим в Украине. Так. Но, тем не менее, вот далеко можно не ходить. Та же обсерватория. Например, мало кто знает о том, что это действительно уникальное здание. Это, в принципе, уникальный объект, которому вот в этом или в следующем году 200 лет исполняется. То есть там были очень многие знаменитые люди, там, в том числе и Александр Сергеевич Пушкин там также бывал. То есть ну, вот мы регулярно туда ходим с экскурсиями, интересно, классно. Но мало кто знает, допустим, об этом. Ну, это как один из примеров. Я уже молчу про огромное количество разных археологических... И это такой объект, та же обсерватория, который в мире можно пересчитать по пальцам, да, такого уровня, тем более вот в таких местах. Там есть определенная специфика, поэтому всем, ну, очень было здорово приходить туда. Мы тоже работаем над продвижением этих объектов. Очень посещать обсерваторию, да. Рекомендуем. Это классно, интересно и познавательно, особенно если прийти туда еще с детьми. Туристический потенциал у нас на самом деле есть. Просто над этим нужно работать. И когда ты выезжаешь в другие страны, и ты смотришь, что мельчайшая какая-то достопримечательность сделана просто раздута до масштабов там, вселенских каких-то. Хотя на самом деле бывает прям, ну, скажем, ничего особенного там можно не увидеть. А у нас есть особенные вещи, которые мало где можно повторить, и мы этим не пользуемся. Поэтому вот как раз основная идея – это донесение этого вот. Ну, то есть бренд у нас уже есть. Теперь нам нужно на него наслаивать определенное количество интересных объектов. Ви говорили про те, що бізнес, якраз таки в принципі, бізнес і ініціював таку, такий брендінг міста Миколаєва, тобто дав гроші на це, організував все це. А як от далі? Чи буде поширювати бізнес? Чи цікаво для нього саме там біля свого логотипу, своєї компанії там, або фірми, або малий середній бізнес, будь-що поставити ще й бренд Миколаєва? Естественно, естественно. Мы уже ведем переговоры, уже, в принципе, есть даже несколько николаевских предпринимателей, которые уже согласились, чтобы у них в их магазинах и торговых точках была возможность разместить продукцию с логотипом Николаева. То есть это то, о чем мы говорили, что мы сейчас работаем над реализацией полноценного фан-шопа, то есть это будут и ручки, чашки, кепки, футболки, там, шорты, ну, в общем, чего там только не будет. И это будет классно и интересно, то есть мы просто хотим еще и сделать это качественно. А сколько интересных вариантов предлагали в соцсетях нам, да, пользователей? Да, там вы не представляете. Целые линии одежды, целые линии абсолютно любых аксессуаров. Женщины, человеки? Пока женские. Спорный вопрос. Да, наверное, больше женские. Вот. Тобто варіація, і бізнес підтримує. Тобто... Бізнес, на самом деле, не будемо забувати, у нас, опять же, 80, там, примерно 80 компаній, около 90 компаній, да. То есть людей більше, около 80 там, компаній, які у нас в мрії представлені. То есть у некоторых просто нецелесообразно ставить, но те компании, у которых есть поток людей, которые в хороших местах находятся, у которых есть определенный оборот, им очень интересно, уже готовятся вот эти все точки, поэтому все увидите, это все будет. Бизнес очень заинтересован. Если видели, выпустили ограниченную серию вина к 230-летию города. Оно не просто разобрано до того, как оно приехало. Запрос был в десятки раз больше, чем то, что было произведено. Поэтому дальше ведется работа так, чтобы сделать это на постоянной основе. Вино, пиво. У нас город любит это дело. Ну да, причем, вина, кстати, причем там сейчас еще партию берут. Да, да. То есть вот всем интересно, и жителям интересно, все вовлекаются, обрывают все возможные соцсети. Тобто і купити таке вино на подарунок не миколаївцям, і миколаївцям буде дуже доречно. На даний момент навіть невозможно купити, да. Но стараємося зробити так, да, щоб в будущем можна було і, от, і гості міста, і, опять же, жителі могли купити собі, і вони будуть їхати куди-то, не просто
с пустыми руками или там, не знаю, с пакетиком сала, а с бутылкой своего вина местного, произведенного под своей маркой, и встать наравне с, не знаю, с киевским тортом или с львовскими пляцками, да, вполне. Дело в том, что просто с вином сложнее, чем с футболками. Ну, сами понимаете, футболку как бы гораздо проще реализовать, потому что, ну, на вино все-таки нужно определенное разрешение там, и так далее, регистрация торговой марки, это все занимает время. Но мы просто не рассчитывали, что будет такой огромный спрос. Вот честно говоря. И по сувенирке мы тоже немножко просчитались. То есть у нас сейчас просто ситуация такая, что у нас гораздо больше спрос, чем наше предложение. И мы пытаемся быстренько его догонять, то есть производить еще сувенирку с вином. Вот тоже, как сказал Роман, да, что сделали там одну партию, она не на продажу абсолютно, то есть это как подарочное вино. Но когда люди в интернете увидели его фотографии, то... Очень многие захотели его. Да, и опять же, немаловажно отметить, что мы не просто, мы не зарабатываем на этом. То есть все-таки эти, ну, скажем, средства от продажи, все, что свыше средств, затраченных на производство, возвращаются на реализацию, опять же, тех же проектов следующих, которые мы готовим. Это не деньги, идущие в карман, не знаю, в бюджеты, на распилы, это четко. Копеечка в копеечку пойдет на реализацию следующих проектов. То есть чем больше будет реализовано, тем сильнее и мощнее можно сделать следующий проект. Так тут даже не то, что в карман, тут из кармана скорее. Да. Потому что, ну, да. Вот мы, потому как участники, все да, мы все как бы, мы же ежемесячно, у нас какое правило участия вот в МРИДИ? Это ежемесячные взносы в размере 1000 гривен. То есть на эти деньги как бы потом и реализовываются эти проекты. Но помимо всего прочего, что мы занимаемся этой социальной деятельностью, мы еще позиционируем себя как полноценный бизнес-клуб. То есть у нас есть бизнес-ланчи, развлекательные мероприятия. Образовательные. Мы, образовательные, да. То есть мы проводим, вот лето было у нас затишье, скажем так, ну, многие в отпусках. Да. Но вот сейчас мы опять переходим в активную фазу. Между прочим, вот 27 октября у нас форум Big Money. 17 октября, да, вот у нас бизнес-форум Big Money, это Евгений Черняк приезжает, такой знаменитый предприниматель, Олесь Тимофеев, Давид Арахамі, да, вот наши спікери. Я зрозуміла, в нас залишається дуже-дуже мало часу. Ми якраз спілкуємося з вами напередодні 230-ї річниці від дня заснування міста Миколаєва. Буквально по пів хвилинки, яким ви бачите майбутнє нашого міста? Вже з брендом. Будь ласка, Євгене. Современний. От в першу чергу современний і прогресивний город. От і все, потенціал живой, большой. Живой, активний, комфортний. В першу чергу от ці от три качества. Що ж, дякую вам, що сьогодні завітали до нас. А я прощаюся з вами, шановні глядачі. На все добре, гарного вечора.